have a $3.55 donation from Awesome Fish. Dysentery Hype! Shoutouts to my brother, who apparently didn't want to help me make this measly donation. And because of that, we're not saving the animals, bro. We need to kill them all to survive on the trail. We have a $10 donation from The Thunder. Glad to be on the couch for Skyvilles, hoping the Skywagon doesn't get dysentery. But it's a real thing in other countries, and I'm glad this event can help Doctors Without Borders help out people suffering around the world. Keep up the good work and keep the donations coming. We have a $50 donation from Dewey C. Woohoo! Oregon Trail Run! World record to die of dysentery. This game taught me some harsh lessons about horses and rivers in my 4th grade computer science classes. Also, I have 2 dogs that I would save from a planet exploding. Save the animals! We have a $100 donation. Sorry about that. We have a $100 donation from Eggplant Wizard. These silly games block has been amazing. Between all the robot animals killed in Space Station Silicon Valley, all the pedestrians killed in Roundabout, and likely all the bison to be slaughtered for meat in Oregon Trail, please put this money to show mercy on the Super Metroid animals. Save them, please. We have a $500 donation from Steegee. I must have lost 100 family members to dysentery in the 2nd grade playing this game. Too bad MSF wasn't around to help them out. Enjoying the run so far and keep up the good work. Алло. Упс, чуть не уронил кружку с чаем. Тебя очень плохо слышно. Где чего, возможно, микрофон не настроен. Что, совсем плохо? Ну, сейчас я сделаю получше, один момент. Так, я тебе сделал на мак... А, стоп! Ё-моё, я же забыл, я же курс убавил. Не говори ничего, а то ты сейчас заглушишь абсолютно весь чат. Теперь говори. Ага, окей. Так, всё починил. Теперь всё супер. Да? Да, я просто забыл, что я в курсе убавил полностью громкость. Вот, замечательно. И сейчас к нам присоединяется Сайрус Варазан. И как мы видим, у нас начинается блок Тохо. Да, пришло время. Я не специально уронил кружку, чат. Честно. Я понимаю, что бывают иногда очень громкие моменты, когда, допустим, я чихаю или падает кружка, но это честно не специально происходит. Тут будет о чем рассказать. Я Тоху очень знаю только понаслышке, как говорится. Я могу различать некоторых персонажей, играл в оригинальную Тоху. Да и все, в принципе. Это уже нечто. Какую часть играл? Вот так вот я сходу не помню. Я помню, что я просто играл в Тоху, и при этом даже было не дома. То есть я играл у друга, потому что он по Тоху в основном. Фигачит. И как-то я сел, такой, дай попробую Тоху. Умер буквально там за минут 10. Такой, думаю, ну ладно, там не 10, там меньше. И в итоге сказал, так, ладно, это мое. Не люблю буллет хеллы.
Ясно. Привет, антидот. Мой был позван еще один. Тэп, который должен на это посмотреть. Итак, и тогда на самом деле я сейчас отойду на буквально 2 минуты, 3 и вернусь, но пока ты можешь начать. Я Вот. сейчас вступительное слово. Да, я присоединюсь потом. Так, ну, в общем, как вы можете уже понять, мы сейчас будем смотреть на спидраны неофициальных игр Тохо. Официальными играми Тохо считаются те, которые сделал или человек с никнеймом Zoom, или он вместе с несколькими разработчиками, которые называют себя Тасгара Фронтир. Вот это вот одна из этих фанатских игрушек. Это Marisa's and Alice's Trap Tower, сделанная группой Desunoya. И эта группа очень популярна своими платформерами. Собственно, чем они характерны, это то, что все эти платформеры, они уже сделали где-то штук 7 на Тохо, еще где-то столько же не по Тохо, и между ними нет никакой разницы. У них та же музыка, те же звуки, та же графика, та же механика, те же персонажи каждый раз. Банальнейший сюжет, и ну, с точки зрения любого Тохо-сюжета фанатского. Однако, чем они берут, это левел-дизайном и хардкором. Потому что платформеры Desnoe известны тем, что они хардкорны просто по максимуму. И вот сейчас то, что вы видите, это один игрок управляет двумя персонажами, чтобы подняться или опуститься по башне, которую можно двигать вверх или вниз. И он управляет двумя персонажами сам, одновременно. И само по себе это не так уж и сложно, если просто посидеть и подумать, там, куда идти, куда кого сдвинуть. Но когда ты спидранишь, ты просто должен быть кальмаром, мне кажется. И суть в том, что можно управлять в одну точку времени одним персонажем, или Марисой, или Алисой. И другим персонажам можно просто отдавать команду. Или иди понемногу влево, иди вправо, или там подпрыгни, или еще что-то. Управление между персонажами можно постоянно переключать. И таким образом надо, чтобы один персонаж там нажал один рычажок с той стороны, другой персонаж нажал другой рычажок с той стороны. И вы, собственно, можете сами видеть, во что это выливается. Это вот этот вот бесконечный экшен и непонятно, что куда движется и во что превращается. Если вспомнить цитату из мультика про Алису, опять-таки, но не про ту Алису. Также у обоих персонажей есть особый мув, так сказать. Мариса может пролететь некоторое расстояние на метле горизонтально, и Алиса может кинуть свою куклу, которую зовут Шанхай. Шанхай врезается во врагов и взрывается, тем самым убивая этих врагов, или она может самостоятельно нажать на какой-нибудь переключатель, например. Это, между прочим, не последняя игра Desunoe. С тех пор вышло 2 платформера на 4 человек летплеевых, которые называются Амапани и Урапани. И я видел людей, которые были достаточно глупыми, чтобы играть в эти платформеры. Просто страдали. Вот, в общем, такие вот дела. Да, вот, играть в это довольно трудно. Я сам пробовал. Между прочим, вот этот вот платформер Десноид, который он играет, Marisa's and Alice's Trap Tower, переведен на английский язык. Почему другие платформеры не переведены, я не знаю, потому что механика создания игр такая же, и, собственно, процесс патчинга точно такой же. А всякие левые девочки, это или там Теви прыгает, или еще кто-то, они считаются мобами.
от них надо избавляться или использовать их для своего, для своей пользы. А вот эти вот головы Марисы, это аналоги свомпов из Марио, которые падают на тебя и придавливают. И, собственно, они появляются почти во всех играх Десиноя. Как я сказал, и графика, и вот, например, вот эти лестницы, и тайлы, это все реюзается год за годом. Они ничего не рисуют заново, никаких новых звуков, ничего нового. Только вот какая-то новая механика, на которой строится целая куча уровней. Вот единственное, что просто поражает в этих играх, это бесконечный креатив для левел-дизайна. Привет, Тезура. У нас тут тахота. И, между прочим, все платформеры Десиноя довольно-таки длинные. Например, в тех же Амапани и Урапани по 6-7 миров, в которых есть до 10 уровней в каждом. Дизайн уровней тут просто неиссякаемый. Сюжет, как я сказал, тоже банальный. С точки зрения Тоха, ты просто... Мариса и Алиса пришли в библиотеку, почули... там... забирать себе книжек всяких волшебных. А почули не хочет, чтобы они этого сделали. И она попросила Нитори сделать такую вот башню, чтобы их остановить. Вот, собственно, банальней быть не может, потому что сюжет о том, как Мариса и или Алиса пытаются украсть у почули книги, это используется в каждой второй... фанатской работе. Кстати, этот человек, Пинг Паджамас, собственно, и спидранит эти вот платформеры от Десиноя. Да, если что, эти головы Мариса называются юккурями, потому что они постоянно говорят «юккурищ ты, тыны». Да, скорее всего, по сюжету Алиса там пришла только потому, что Мариса ее попросила. Тут есть вот всякие мемы свои и юрийные парочки, так сказать. Очень редко увидишь фанатскую работу про Марису и Алису, где Алиса там не приударивает за Марисой, так сказать. Ты куришь, ты. Да, это где-то так. В переводе на русский означает «будь проще» или что-то в этом роде. В общем, с точки зрения всего, кроме левел-дизайна, вот эти платформеры довольно-таки неоригинальные и убогие. Вот. Такой вот мой профессиональный вывод. Но, собственно, в них играть довольно весело, особенно когда играешь в медплей. Медплей, как показывает практика, в этих платформерах сложнее, чем игра на одного. Потому что скоординировать работу двух людей это в таких условиях почти нереально. Тут вообще управление довольно-таки простое, если втянуться. У тебя есть один персонаж, которым ты управляешь, ты можешь использовать его особую способность, или летать на метле, или кинуть куклу, прыгать и так далее. И при этом кнопкой C, когда ты зажимаешь кнопку C, ты посылаешь команды другому персонажу. То есть ты зажимаешь C и вправо, и этот персонаж начинает двигаться в ту сторону. Нажимаешь кнопку C влево, и он, значит, начинает двигаться влево. Нажимаешь кнопку C вверх, и он подпрыгивает.
И с помощью кнопки А переключаешь контроль полный над персонажем. Вот, собственно, такие вот дела. Еще эта игра характерна тем, что тут особо таки нет боссов. Хотя бы в других платформерах Death Note боссы есть, а тут все чисто на головоломках построено. Тут вот всякие железные шарики бегают туда-сюда, всякие кидамы. Если мы увидим кидаму, я вам скажу. Что это ты, только ты наливаешь на чай? Вот у меня есть чаек. Причем очень чефирный. Даже тайтл-скрины у этих платформеров не меняются раз от раза. Да, теперь вот один экран двигается вверх, другой вниз. И за этим всем надо следить в основном. Но когда ты спидранишь, то ты просто помнишь, куда тебе надо двигаться и что произойдет. Такие вот дела. В принципе, подобных фанатских игр по Тоху довольно много. Не будет преувеличением сказать, что Тоху это очень много фанатского контента. В нем есть миллионы фанатов, сотни тысяч артов, десятки тысяч аранжировок, тысячи фанатских рассказов в виде манги и сотни фанатских игр. У меня лично на компьютере было около 160 гигабайт фанатских игр по Тоху, в которые я все поиграл. И, собственно, это такая обычная тема использовать Марису для платформеров, потому что она имеет несколько аллюзий к Марио. Во-первых, она любит грибы. Во-вторых, имя начинается похоже. Поэтому есть где-то с десяток платформеров, которые переделывают Марио под Тохо, где главный персонаж Марис. И есть еще клон Мегамена, где главный персонаж и Мариса, и Алиса. И вот платформеры — это в основном про них. И сегодня же вы удостоверитесь в том, что фанбаза Тохо делает не только вот такие вот простенькие платформеры, но еще и довольно качественные 3D-игры, когда мы перейдем к просмотру Yo-Yo Kengeki Musou. Я даже выговорил это с первого раза, похлопайте. Как вижу, что кто-то упоминает Кирилла, сразу думаю, что это про меня. Вот еще вот это вот мы видели кидамы, вот эти вот белые кружки, шарики. Это что-то вроде таких вот самых обычных мобов в японских игрушках, даже не только в Тохо. Кидама переводится просто как пушистый шарик. Да, он одновременно рулит двумя персонажами. Avoid a very suspicious looking block. It's very likely that that block has its fake. И эти вот кидамы, как и другие мобы, могут спавниться из домиков бесконечно. Это довольно часто используется в платформерах Death Note для того, чтобы там или отпрыгнуть от них куда-то, или еще чтобы они там сами понажимали каких-то рычажков. И так далее. То есть тут механики в игре довольно мало, но она используется очень креативно и очень разными способами. Довольно короткий уровень. Просто собрать все ключики и добежать до выхода. Тут еще есть, кстати, в уровнях ограничения на время. Если не успеваешь вовремя все сделать, то начинаешь сначала, как и, собственно, в классическом Марио. Что тут еще есть? А тут есть еще пружинки, ну вы их видели. Тоже как в классическом Марио, от них можно отпрыгивать. Но в данном случае в любую сторону.
Мне лично кажется, что платформеры Десной это, наверное, один из самых популярных видов фанатских игр на Западе. Что в них чаще всего играют на моей памяти. My muscle memory just needs to take over. If I really try and understand what I'm doing, it's... It feels very weird. Вот примерно вот это будет продолжаться еще где-то 25 минут. А мне кажется, что я рассказал уже, в принципе, почти обо всем. Что касается именно этой игры. He'll end up having one stage that haunts him for the day, and... It's never the same stages, it's always something different. He'll just... Если хотите, могу немного рассказать про сам оригинал, если вы не знаете, в чем суть. Кого может интересовать то, в самом деле, Сайрус, о чем ты говоришь? Ну окей, хотя бы аллигатора интересует. Это радует. Собственно... Оригинальные игры, сделанные, как я уже сказал, человеком с никнеймом Цун по имени Цуня Ота. Он уже с 1994 года самостоятельно делает игры, в основном в жанре shoot'em-up или вертикальный шутер. Ну, такие типа в жанре, что летаешь там самолетиком, и на тебя сверху вылетают какие-то другие самолетики, их надо пострелять. Только в этом случае мы управляем не самолетиками, а кавайными девочками. Хотя в рисовке Зуна они не такие уже кавайные. Да, чисто вкусовщина. Хотя есть несколько художников, я видел, которые... Сайрус куда-то пропал. Посредине объяснения. Я не знаю, куда пропал Сайрус. Что интересно, звук просто исчез. Алло. А вот теперь появился. Неожиданно. Да, звук есть теперь. Ох. А на чем я остановился? Как только начал рассказывать о том, что его рисунки не очень кавайные, да. Ага. Ясно. Ну хорошо, продолжим с точки отправа. Его рисунки не очень кавайные, потому что вот если вы видели официальный арт, то вы поймете, почему в Тока существует мем Рейму из-за зомби. Есть такое дело. Но есть несколько художников, которые пародируют его стиль рисовки и продвигают на новый уровень. Вот на данный момент есть уже больше 20 официальных игр, среди которых в основном это вертикальные шутеры от самого Зуна и 5, как мне кажется, 5 или может уже больше, не 5. Файтингов, которые Зун сделал совместно с группой Тасагара Фронтир. И, между прочим, официальная игра Toho для спидранов не очень подходящая, потому что это, по сути, одни большие автоскроллеры, за исключением игр под номером 9.5 и 12.5, где надо фотографировать вражеские пули. Не буду вдаваться в подробности, но вы можете... посмотреть эти спидраны на ютубе, если введете в поиск Shoot the Bullet Dunkwick и Double Spoiler Dunkwick. Файтинги, насколько мне известно, не спидранились. Но они не такие уж и сложные на самом деле в story mode, если понять, как там все работает. А в основном официальные игры Toho более популярны для такого для такой категории, как Scorerunning. И я сам занимаюсь этим время от времени, это и играть в игру на очки. И это тоже такая же задротская и лютая вещь, как Speedrun. Советую вам как-нибудь заценить. Тоже
требует много скилла, много усердия, и есть несколько ивентов для спорранеров. И, собственно, персонажи, которые появляются в этой игре, как я уже сказал, это Мариса и Алиса. Мариса — это главный персонаж большинства игр. В большинстве игр вот есть два основных персонажа — это Рейму Хакурэй и Мариса Кирисама. И они, собственно, самые популярные, про них знает большинство людей, которые даже не играли в то. Алиса, ну, тоже такой довольно известный персонаж, она появилась в 7-й игре, точнее даже в 5-й, но в более, так сказать, юной версии, а в 7-й она появилась уже вот такой, как мы ее знаем сейчас. И она кукольница, как гласит один из русских мемов, кукла-водка. Ну, большинство знает не только про Сырну, но еще и про большинство персонажей 6-й части, потому что это самая популярная и самая расхайпнутая часть. То есть это Сырна, Румия, Мейлин, Сакуя, Пачули, Ремилия и Фландра. Еще может быть Дайосы, но про Дайосы я не думаю, что все так много знают. А, ну и Сырна знают благодаря одноименному стримеру. Хотя большинство фанатов этого одноименного стримера знают довольно мало про этого. Собственно, Пачули — это просто, она живет в особняке Ремилии, держит библиотеку. Просто ведьма тоже, как, собственно, и Мариса с Алисой. Поэтому их часто изображают вместе во всяких фанатских работах. Ну и, собственно, это предполагает целую кучу юрийных пар и треугольников. Я могу объяснить, что они делают. Они играют в игру, платформер, где надо управлять двумя персонажами, чтобы двигать две половины башни и добраться таким образом до дверей. Оба персонажа должны добраться до какой-нибудь из этих двух дверей, и тогда закончится уровень. Да, и игрок пытается сделать это настолько быстро, насколько возможно. Вот тут, как вы видели, это он только что использовал куклу в Шанхае, чтобы включить вот этот вот синий переключатель, который заставляет появиться платформа. Whenever the tower is done moving, it causes this like. Используется везде. It causes a random shake. That, yeah, it causes that random shake. Actually, I believe I remember hearing in the co-op version that caused. Этот чувак с ума сходит в чате. Because the randomness of the tower shaking would cause different. Охлади свой айл. Там повинно заторможенный комментатор. Это тебе спать так надо. Активно. Еще в этой игре есть Нитори, но мы ее не видим. В основном потому, что Пачули бы просила Нитори сделать эту башню, но она появляется только в сюжетных вставках, которые успешно пропускаются. На Капа или японский водяной, которая увлекается механикой, делает всякие там механические штуки. Так-то тут больше персонажей, насколько мне известно, нет. Иногда появляются кролики. Кролики — это жители бамбукового леса. Есть два кролика, которые известны по имени, это Теви и Наба и Рейсен и Наба. Но они, насколько мне известно, в этой игре не появляются, например. Да, а еще они в сундучках собирают книги. Надо собрать вот так, где-то 5 книг за уровень в основном, чтобы открылся выход. Это не зефирки с глазами, это я уже объяснял, это кидама. Кидама переводится как пушистый шарик. И это такой очень обычный мейнстримный моб
в японских играх, не только в Патохо, просто везде. Это, можно сказать, просто абстрактный моб. Кентама у тебя в трусах. Ой, извините. Я сказал правду. Так, тут появляются всякие лабиринтики. Пожертвования говорят раннеру Юкуриштейтене. Вообще, я посмотрел пару дней назад мировой рекорд этой игры. Этот чувак, Пинк Паджамас, единственный, кто ее спидранит, поэтому он и держит мировой рекорд. Это чуть больше, чем 30 минут. Поэтому, если нам повезет, минут через 5 игра закончится. Потому что что-то официальный чат, например, уже спамит Resident Sleeper. Потому что игра, конечно, сама по себе интересная, чтобы в нее играть, но в ней ничего нового не происходит. Просто новые пазлы, новые головоломки. Что это там? Hello Kitty 83 тысячи вьюверс, Dota 2 12 тысяч вьюверс. О, боже. Да. Вот такая вот сила спидранов. Да. Ну, пока есть шанс еще на правах саморекламы, могу сказать, что я, собственно, начал учить японский язык благодаря этой серии игр, чтобы я мог переводить вот эти вот все фанатские игры, рассказы, песни и так далее. И я вот сейчас работаю над переводом официальных игр, и на нашем блоге, который называется Кикаки, у меня примерно 150 публикаций уже есть. Скопилось такой вот стажик задрота. Вот на правах саморекламы. Ну, я не единственный, конечно, кто переводит это все дело. Но хотелось бы, чтобы переводило больше людей, потому что, как я уже сказал, на все эти миллионы фанатов, сотни игр, тысячи, это работ, там, от силы десяток переводчиков. Судя по всему, Зекс Вайт, ты уже знаешь, что такое Кикаки. А тут целая куча красных кидам. Сколько мне известно, это красные и синие. Я не помню, какие точно какие, но по одним можно прыгать бесконечно, они не пропадут, а к другим вообще нельзя потратиться. Этот уровень, я видел, как один японец его проходил, это у него заняло 40 минут примерно. Да, ему до этого спидранера. Собственно, кролики появились. So I don't know how many attempts it actually took for me to complete the stage. Okay, so right here. То есть по синим можно прыгать бесконечно, например, можно по ним прыгать и таким самым переходить через длинные шипы. А красным просто притрагиваться нельзя, это будет инстакил. Кстати, тут ХП нет, в отличие от, скажем, Урапани, Амапани. Если тебя тут что-то убивает, ты начинаешь уровень сначала. Кстати, насчет Crash Team Racing и Mario Kart, могу сказать, что в последнее время часто попадаются в сеть трейлер, где делают картинг игру про Тохо. Это такой ажиотаж просто, которую, я не знаю, наверное, сыграю разок за свою жизнь. Что тут еще есть? Да, зафейлил.
умер, и ему теперь надо проходить весь этот уровень заново. Ты бы видел этот карт-рейсер по Тоху, он такой ажиотажный, что это капец. Там, короче, Тохо девочки ездят на Тохо девочках. И они могут меняться еще по ходу. Там, например, Рейму ездит на Санае, и тут хоп, Санае ездит на Рейму. Здрасте. Там, короче, еще спелл-карты можно использовать, кидаться там, чем попало в других, это просто, не знаю, реальная игра, Game of the Year. Так, что-то кидается куклами в стену, чем зря. Woke up early just to donate during the Toho block. I've never seen the trap tower speed run and it's blowing my mind how tight the execution is. Это уже один из последних уровней, хотя не самый последний, насколько мне известно. Он дофига длинный. I am going to comment since it was. Да, девочки на девочках. Если бы я нашел, я бы мог даже вам скинуть этот трейлер, о котором я говорил. Что это просто что-то с чем-то. But I think we decided that the game wasn't broken enough to really warrant speedruns because it was. О, вот оно. Меня мобот не забанит, поэтому могу дать ссылки сколько угодно. I don't know. Maybe someone will decide to take that game up someday. Просто поажиотажить на эту вещь. There we go. Так. На этом уровне получается, что они активировали передвижение от половинок одновременно, и им просто надо вовремя бегать. Да, еще тут есть дополнительные вот такие вот кружочки красные и синие, которые могут замедлить движение от вверх или вниз какой-то половины башни. Или ускорить. And then once you hit the halfway point, they start adding more bubbles to speed up the tower even more. Да, еще тут проходить уровни не обязательно в каком-то определенном порядке. Он, Шрайнер, проходит просто все уровни, но не от первого до последнего. Судья Дредд. Честно, ничего нового. Я погорячился, когда объяснил все в самом начале. Надо было объяснять все очень медленно и растянуто. On the very end of the run is actually just. На самом деле очень много фанатских работ по Тоху вполне таки не оригинальные, не только в плане того, что они фанатские работы по Тоху, а они еще являются кроссовером с какой-то другой игрой, как я уже рассказывал, с Марио, с Мегаменом. Есть вполне годный клон Каслвании, который называется Комаджо Денсетсу или просто Тохо Ваня. Комментатор говорит ничего интересного, он просто говорит, что типа тут сложно, тут сложно, тут, короче, умирать нельзя, потому что будет капец, тут сложно. Ну и объясняет такие простенькие приколы по уровню, типа, если тут подождешь слишком долго, то умрешь. Ну, еще объясняет, что часто надо знать заранее, где есть все невидимые блоки, и, блоки без хитбоксов, и иначе пройти довольно трудно. Но никто не мешает проходить каждый уровень несколько раз подряд, особенно если ты не спидранишь. It's just
It truly is the trap tower. In the speedrun, though, it's actually really fun to do. It has a lot of speed tech involved. Like these. И вот это, собственно, то, что считается последним уровнем. Вот то, что я говорил, это прыжки по синему педали, чтобы не упасть на шипы. Это неофициальная игра. Зачем она? Вот чтобы вот такие вот спидранеры в них играли. Я скажу заранее, это не игры для настоящих мужчин. Только Bullet Hell, только Hardcore. Тут вот очень легко умереть. И сначала надо, чтобы по очереди оба персонажа пропрыгали по синей кидаме. И чтобы еще вот эти фаерболы не задели. А сейчас им еще придется прыгать так, чтобы они одновременно перешли через эти шипы. Это чуть-чуть хардкорно. И у него не получилось, он начинает уровень сначала. Интересно, сколько раз мы увидим этот уровень? В его World Tracker, где он с первого раза сделал этот трюк. I don't know what you would call them, those kind of gray or white blocks. They're pretty tricky and not easy to work with at all. That's why it's so hard. And this is why he saves the stage for last. Да, опять-таки, если притронешься к красному кидаме, умираешь сразу. Осторожнее на этом моменте. Even in a marathon run, it just helps for the pacing if I get stuck here a lot. You've pretty much already seen the game anyway. Yeah. Нет, не прошел. Вот вам еще спойлеры. Он не прошел. Ажиотаж, последний уровень. Вы видели, что сейчас творится в официальном чате? Его обсирают просто со всех сторон. What happens when you try and run this game? You could even have a very good run and then. А я знаю, но я ж не буду. Вот увидел, как он умер, я еще посчитаю 5 секунд, и тогда скажу, что произошло. Налью себе чайку еще. Комментарии, конечно, очень такие честные. Игра сделана группой Десноя, которая очень любит свои игры и своих игроков. Замечательная группа, где на самом деле ты играешь в их платформеры и хочется там руки на себя наложить на некоторые. Его estimate 40 минут, еще успевает. Еще даже один лишний раз пройти успевает, я так думаю. Ты видел полное прохождение Урапани и Амапани? Это тот самый платформер на 4 человек. И там просто некоторые моменты игроки хотят убивать друг друга. Почему ты туда не прыгнул? Почему ты такой скруп? Вот он прошел. Спойлеры. А Йилд. Чули Йилдает. Мариса и Алиса победили. Перерисовка, конечно, на этих портретах. Не знаю. У меня есть знакомый японец, который начал рисовать неделю назад. У него и то лучше, честно говоря. О, чувак хвалится, что в его рекорде он ни разу не умер.
that's quite a feat, those yeah, last two worlds. Было довольно-таки круто. What's our final time? Within it. And with a trolley 8.6, that's why my estimate is so high. Yeah. Не, ну у меня вообще мало выбора. Я могу или смотреть официальный стрим и комментировать сразу, или я могу смотреть стрим вместе со всеми остальными, и мои комментарии будут приходить секунд через 10. А, да. Секунд 30 минут... рекорд 30 минут 40 секунд или 42 секунды. Как-то так. И вот, собственно, первые из двух фанатских игр по Тохо мы пересидели. Вторая будет намного короче. Можете порадоваться. Занимать минут 15, и она выглядит намного лучше. Такая вот несправедливость. Игры, которые не особо кидаются интересными вещами в игрока после минуты 10, идут 40 минут. Хорошие игры 15. Причем максимум 15. У меня муха сдохла. А, важно. Да, аллигатор. Будет ли запись всей игровой недели? Потом всем хвалиться, как я профессионально комментировал игры Потоха. Ой, черной скам Клаймбера, да. Это тоже весело. Формеры. Даже Тохо фан игры. Ты бы знал, на самом деле, сколько Тохо фан игр было заспидранено. Начиная с Супер Мариса Лэнд. О, я слышу музыку. Спойлерить. И тут хорошая музыка. Собственно, если Мариса и Элис из Trap Tower были более-менее по сюжету шестой игры, ну, то есть происходили в особняке Алой Дьяволицы, говорить точнее, то тут уже главным персонажем будет Йому Конпаку. Совет международных экспертов постановил, что Йому Конпаку — это самая мягкая Тохотян. Это очень важный факт, вам следует это запомнить. Да, она самая мягкая. А игру «Смените плиз» сейчас будет. Сейчас все будет. И, собственно, еще с тайтл-скрина вы видите, что эта игра красивее. Хотя вышла на год раньше. А, докомментировать и при этом еще и банить. Спрашивайте меня, как